Первая киргизская советская энциклопедия. Она начинается словом «Аалам», что означает «Вселенная». Образ Вселенной, изменяясь от эпохи к эпохе, вновь и вновь возвращает нашу мысль к истокам познания мира, начатым с первой каменной энциклопедии человечества. Эти удивительные страницы создавались на разных континентах планеты. Но как они едины по духу и мысли, словно высечены рукой одного гениального творца? Символы солнца, ритуальных танцев, охоты и быта вдруг оживают в куполе юрты и узорах шердахов. А изображение колесниц напоминает о первых попытках познать пространство, мир, осмыслить и запечатлеть его историю. В рескриптах к своим послам Петр I уже в то время видел в Средней Азии ключ к странам Востока. Таким изобразил восточное полушарие Земли в XI веке Махмуд Кашгарский. Татарией Вольной именовала земли тюркских народов просвещенная Европа того времени. Шло время, уточнялось представление о мире. И только посол Петра Иван Унковский в 1724 году дал тогдашней науке первую реальную карту территории Киргизии. Алатай-Киргизы. Народ кочевой и сильный. Обитает за Ташкентом в горах каменистых и неприступных. Писал в 1750 году в первом труде о киргизах ученый Петр Иванович Рычков. Большая российская энциклопедия 1902 года. Страницы, посвященные казахам и киргизам. Киргизы в духовном отношении принадлежат к числу богато одаренных народов. Их народная литература отличается богатством и разнообразием. Кроме установившихся уже текстов, существует масса импровизаций. Пословицы и поговорки отличаются сжатостью и меткостью выражений. Песенные напевы весьма разнообразны и оригинальны. Несмотря на столь благожелательные отзывы русских ученых, для царского самодержавия Киргизия оставалась далекой экзотической окраиной, обреченной на нищету и вымирание. Только Октябрьская революция помогла киргизам открыть страницы их новой истории. Так начиналась энциклопедия молодой советской республики. После гражданской войны за 16 лет, проведя три реформы арабского, латинского, русского алфавита, киргизский народ ликвидировал неграмотность, создал новую литературу и искусство, заложил фундамент современной промышленности и науки.
Как сказал народный поэт Киргизии, академик Алла Токунбаев, выход ее в свет нужен всем народам. Это заслуга не только наша, но и всего интернационального единства, дружбы. 60 лет, которые мы празднуем, и выходом нашей энциклопедии. Писатель, академик Түгелбай Сыдықбеков. Энциклопедия – это дорога к точному научному познанию всех окружающих человека явлений мироздания. Человек, как в зеркале, видит в ней собранную воедино мудрость эпох для совершенствования своих знаний. Только с приходом советской власти стало возможным записать со слов сказителей и выпустить в свет весь свод величайшего киргизского эпоса «Манас». Еще в середине прошлого века выдающийся казахский ученый Чокан Валиханов писал: «Манас – это энциклопедия, собрание всех сказок, известий, преданий, географических, религиозных, умственных познаний и нравственных понятий народа в одно целое, приуроченные к одному времени. И поэтому киргизская энциклопедия немыслима без Манаса, без творчества великих акынов Токтогула, Тогулокамулдо, Барпы, Исака Шайбекова и многих других». Интернациональный подвиг жизни русского ученого Константина Кузьмича Юдахина – 40 тысяч слов киргизско-русского словаря настольной книги каждого киргиза. У Юдахина учились такие видные ученые республики, как Юнусалиев, Шукуров, Орзбаева и многие другие. Труды лингвиста-профессора Карасаева, одного из авторов первых киргизских букварей, орфографического, толкового словаря, одна из страниц статей киргизской энциклопедии. Миллионы людей любят произведения этого киргизского писателя. Книги Чингиза Айтматова издаются в 80 странах мира. Академик Айтматов – член главной редакции киргизской советской энциклопедии. Один из ее создателей, один из ее героев. Академия наук Киргизской ССР. Она инициатор создания национальной энциклопедии, которая немыслима без высокого уровня развития промышленности и самых современных отраслей знаний. 15 лет назад, в соответствии с постановлением ЦК Компартии и правительства республики, здесь была создана главная редакция энциклопедии. Такого рода издание является ярким показателем культуры народа и торжества ленинских идей интернационализма, отметил первый секретарь ЦК Компартии Республики Турдакун Усубалиевич Усубалиев. Над созданием энциклопедии работали почти все ведущие научные силы республики во главе с ее главным редактором, академиком Орзбаевой. У колыбели национальной энциклопедии стояли виднейшие киргизские ученые Алышбаев, главный редактор первого тома Табалдиев и другие. И снова рабочие будни. Идет обсуждение макета книги о столице Киргизии, городе Фрунзе. Киргизский полиграфкомбинат. Печатается тираж специального тома, посвященного Киргизской ССР. Итог работы 12 отраслевых редакций, 22 научно-редакционных советов, труд 600 авторов, ученых, писателей, журналистов и общественных деятелей. Как не сказать слова благодарности печатникам второй московской типографии, литовским друзьям за их отличную бумагу, научно-редакционному совету Большой советской энциклопедии во главе с лауреатом Ленинской и Нобелевской премии академиком Прохоровым.
с трепетом и уважением смотришь на тома Киргизской советской энциклопедии, сказал писатель Чынгыз Айтматов. В этих книгах живая история, судьба моего народа. Они в известном смысле залог его бессмертия. Главное, всепроникающая и всеобъемлющая идея энциклопедии, социальная и нравственно-философская. И нет сомнений, что она станет всеобщей книгой. Сегодня создатель энциклопедии – гости с Икульского села Чолпон. Едва появившись, Киргизская энциклопедия действительно стала поводом для интересных дискуссий. Немало научных трудов и книг довелось издать академику Рызбаевой за свою жизнь. Но эта книга для них главная. Для создателей энциклопедии народ самый первый, самый для них важный и всезнающий читатель, их строгий экзаменатор. Треть века назад замечательный живописец Семен Афанасьевич Чуйков написал картину «Дочь советской Киргизии». Эта картина – символ. Она о славной судьбе женщин Киргизии, которым принадлежит и Бибина Орзбаева. Как не навестить могилу мудреца Манаке, который был живой энциклопедией, знания киргизов о земле и небе, о прошлом и настоящем народа. Теперь доктора наук Бибине Орызбаевой и ее коллегам доверено наследовать и хранить эти знания. Вот почему так важно узнать главному редактору, что скажет народ о своей энциклопедии, что писала и пишет о ее народе зарубежной энциклопедии 20 века. Москва. Библиотека имени Ленина. Япония. Энциклопедия 1935 года. Рядом с большим разделом о коллективизации в нашей стране, статья о Киргизии. Подробная карта. Италия. Энциклопедия Миланского издания 1933 года поместила большую обзорную статью с интересными фотографиями этнографического характера. Британская энциклопедия о Советском Киргизстане. Американская энциклопедия о Киргизской Советской Республике. Памятники культуры. Во имя мира и жизни пересекают они границы и океаны, рубежи времени и языка. Как эта статья о Киргизии из Большой советской энциклопедии, изданная в Греции, еще один мост к взаимопониманию и сотрудничеству народов. Киргизия помнит всех путешественников, побывавших на ее земле. И прежде всего Семенова Тяншанского, так много сделавшего во имя сближения двух народов. Помнить и хранить. Эта заповедь народной мудрости находит отзвук и в бережном отношении наших современников к наследию прошлого
ее национальным художественным традициям. Храмы книг, хранилище человеческой мысли. Они возводятся человеком и для человека во имя взаимообогащения культур и знаний. Здесь с особой ясностью сознаешь истинное и потому великое назначение человека – мир и познание. Сам факт создания энциклопедии там, где 60 лет назад царили нищета и неграмотность, свидетельство богатейших творческих возможностей народа, получивших свое развитие в эру социализма. Эти книги – бесценный дар ныне живущего поколения поколениям грядущим. Как этот голос великого монаши 20 века Саяхпая Гарлаева, как эта вселенная в алфавитном порядке. Самое мирное, гуманное собрание знаний всех народов в одной общей сокровищнице земной цивилизации. Свой достойный вклад внесла сюда и Киргизская советская энциклопедия. Oh,